приветствие. О, какие вы все нарядные-то тут. Ну, сейчас вам будет жару. Здравствуйте, друзья! Хрустальный мир! We'll be right back.
откроешь двери, снов пустить печаль. Соберутся звери, а ведь жаль, жаль. Все ушло в гранитный, беспощадный. Спасибо! Следующая композиция посвящается человеку, да даже не посвящается, это его и есть композиция, который проблем со своими взаимоотношениями между внутренним и внешним миром не имел. Песня Виктора Цоя «Скоро кончится лето». Хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал. Но только я его послал, сказал, что болен и устал. Эту ночь не спал. Я жду ответа, больше надежд нет. Скоро кончится лето. Thank you.
сказали, жарко будет даже ты. Может, в эти дни я пахаю сыну и тяну, но я боюсь пока. И идущий ребенок, и дрипы, и ёмы, в общем, весело живем, хотя и дождь за окном магнитофон сломался. Я сижу в тишине, чему рад вполне. Спасибо. Вечное сияние, вечное сияние, мы часто не знаем, не замечаем, так проходят дни. Мир меняет имена, планеты крутят времена, за суетой не успеваем жить. Порой, что счастья нет.
Спасибо. Следующая композиция тоже с нового альбома и тоже основанная на драматическом рисунке. Thank you.
головой. Это песня, сон ужасен надо мной. Мое сердце бьется чаще и сильнее. Все пытаюсь достучаться до любви. Все пытаясь достучаться до людей. Именно этим мы здесь и занимаемся. Мы не могли сегодня не отыграть композицию, которая является, ну, не самой главной, но основной в творчестве Виктора Цоя. Ему 50 лет, он жив и он с нами. Печаль! Thank you.
и вроде жив и здоров. Следующая композиция, наша первая, которую мы отыграли на нашествии. Название ее, вы догадываетесь, о чем я говорю, нет? Называется «Не беда». Ну что, мой друг, начинайте. Stop this.
Спасибо, нашествие! Спасибо, родные! Не теряйтесь и не теряйте. Спасибо. Наше радио. Территория.